все маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Юрий выходит из биоробота. Если в биороботе находятся еще чужеродные голограммы, копии, артефакты, все это выходит, становится рядом. У него есть голограмма. Есть голограмма. Хорошо, что проверили. И берем, защищаем его физический биоробот, с защитным потоком чистых энергий абсолютно, Берем голограмму в сетку одеваем на Юрия Защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Юрия и голограммой поднимайся в комнату диагностики. Один, два, три. Пошел, пойдем. Мы на месте. Отлично. Мы приветствуем Юрия. Интересуемся, готов ли он диагностике. Доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. у меня слышит? Да, он слышит, он доверит. Хорошо, отправляем голограмму в клетку. Один, два, три. И посмотри на него, что у него там. Считай, пожалуйста, сколько у него сейчас энергии и вибрации на настоящий момент. У него какие-то, как сказать, нитки, не нитки, а как веревки такие белые угу. торчат из него, из рук, из ног, и он с ними как играет. Они его отвлекают очень сильно. А мы сейчас найдем, кто это сделал. Ладно, хорошо. И я даю команду, значит, три скена, начинает сканировать пространство над головой Юрия, под ногами, 360 градусов, начинает сканировать все семь тонких тел Юрия, находит все. Ты спрашивал, сколько у него энергии? 56 и вибрации 7. О, 7 герц это плохо. 56 и семь 7. 7, это без это черт даже все, что выше черта, а выше черта все. Посмотрим, кто сейчас понижал энергию. У него бес 12 герцовый. Это не бес, это тоже демон. Демон, да. И он дергал за это веревки. Но не белым цветом таким. Хорошо, демон у нас 12 герцовый, первый канал. Голограмма дракона синего. Синий дракон. Ну, ощущение такое, что в этой голограмме какая-то часть его. Все так таск... больше, чем гол... этот голограмм. Считай цифры над головой синего дракона. 506. Одна голова? Одна голова. Хорошо. Поехали дальше. Спрут. Дальше. Инсектоид и сукуб. Как я и говорил. Он кричит, что это я маленький. 12-ти герцовый я. Да маленький ты. Я общался 68 герц в этой же клетке стояли. Ты что, выше их? Конечно, ты маленький по сравнению с ними. Все, молчу, молчу. Хорошо. Являя программу всем присутствующим, мы проводим сейчас чистку биополя Юрия и находимся здесь по его собственному волеизлиянию. Сейчас начнется реверс энергии. Мы отдадим вам вашу темную энергию. После этого заберем всю светлую энергию. Потом я дам команду каждому выйти и вытащить все, что наставил. Если кто-то что-то забудет или не захочет вытаскивать, я предупреждаю, сразу будет проведена проверка 2 миллиона герц. Кто проверку не пройдет, сгорит в клетке. Такое уже бывало неоднократно. Поэтому я просто вам рекомендую мне отвечать на все вопросы, меня не обманывать не блокировать энергию все кто пройдут проверку уходит безболезненно на свою чистоту кто будет мне мешать у меня есть мир воздействия на каждого из вас всем понятно всем понятно и вот сейчас его больше видно то есть он весь в этих нитках каких-то веревках Хорошо. Давай, Вера, тогда начнем с реверса, и буду я им задавать вопрос. И я даю команду тонкой копии Юрия спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную и патогенную низковибрационную энергию в его биополе. Один, два, три. Начали выстреливаться каналы, в сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии, произвести отчуждение всей чужеродной патогенной, низкой вибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ, пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Юрию. Энергия страха, энергии неуверенности, энергии всех болезней. Все что, он мог, все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Хорошо, Демон, как долго ты находишься в этом биополе? Восемь лет сижу. 8 лет. На какую энергию, на какую... Покажи ситуацию, когда ты зашел, что тебе так понравилось. Алкоголь. Алкоголь. Чистота демона. Тут даже говорить нечего. Но я понимаю, не чуть-чуть алкоголя, а там пока дно не видно, не видно, да? Такой алкоголь ты имеешь в виду? То потери памяти или как? Или просто любовь к алкоголю? Как мне понимать это? Выпивал. А сейчас выпиваю? Потери памяти не было, ага. но, но большин... регулярно. Регулярно и много, да? Хорошо, а если ты, э, он после этого что-то делал, какие-то плохие поступки, или тебе хватило просто алкоголя, любви к нему? Не хватило алкоголя. Хорошо, 8 лет. Реверс идет, Вера, да? Да. Хорошо, синий дракон, как долго ты находишься в этом биополе? Три года. Три года. Что это за голограмма, которую ты установила ему? почему ты сделал разделение его чакр вообще? Знаешь, что это очень такая вещь опасная последствиями своими для здоровья драконов. Захватила он его чакр. Ну, а он разве Расщепил как? ее. Ну, а почему ты это сделал? Ты знаешь, что это, в принципе, уже перебор? Он в ней жил. Ну, и ты считаешь, ты имеешь право заходить и расщеплять? Или как? Или тебе просто от этой безнаказанности твоей уже просто голову снесло? Ты слишком много вреда нанес, дракон. Я пользовался ситуацией. Хорошо, я сейчас воспользуюсь ситуацией и достаю печать дракона, включая на полную мощность. Ситуация такая. Я ей воспользовался. Ключ. Выключаю что неправильно что-то было или что? Объясни мне. С твоей точки зрения. Я увидел тебя и решил воспользоваться своим преимуществом над тобой. Точно так, как ты воспользовался своим преимуществом. Но я тебе говорю, ты перегнул палку, ты слишком далеко зашел. Ты пошел уже на расщепление. Может, ты хочешь метку получить дракона, а? За такое. Или клеймо даже. Я могу спросить. Это не я делаю, но я знаю тех, кто это делает на суде. Я не думала, что до этого дойдет. Я пока еще не знаю, не установил степень твоей вины, но, скорее всего, придется сделать запрос по моим каналам. Три года. Хорошо, Спрут, как долго ты находился в его биополе? Двенадцать лет. Двенадцать лет? Да ты почти самый долгожитель здесь. Расскажи мне ситуацию, почему так долго находился в его теле. Что ты ему блокировал, прежде всего, меня интересует. Как он ощущал твое воздействие? Где у него болело? Он, у него, он его не ощущал, то есть он воспринимал все это как свое собственное, но спрут показывает. Он сидит на голове, uh -huh. и вот этими щупальцами он мягко, как мягко, как как подминает его что ли, так вот вниз их спускает и и в конце остался бы закутывает, просто... Закутывает, как закручивает. Делалось с него спрута своего, себе подобного. Хорошо, 12 лет, понятно. У тебя остались там, есть потомство внутри, в животе. Да, он полностью синхронизирован с ним, не в mm. животе, в голове он, и вниз еще а, пальцы, спина, руки, плечи. Все, понял. Голова... Демон, скажи мне, там лярва есть? Ты же не зря сидел 8 лет. Да, есть. Где? Спина и голова. Хорошо. Так, Скуп, скажи мне, как долго ты находился в этом биополе? Год. Один год. Сам пришел или тебя демон привел? Демон привел. Хорошо. Инзиктоид и ты как долго находился? Вот кто там в животе сидел. Три года. Три года. У тебя там инкубатор, я понял, да? Да. Дети есть, потомство? Вывел. Хорошо. Вывел из поля. Вывел из поля. Хорошо, я просто дам потом команду вытащить все из биополя. Ты тогда всю жидкость и все, что у тебя там на твоей чистоте осталось, вытащишь, чтобы пройти проверку. Хорошо, Вера, реверс закончился, да? Да. И устанавливаю фильтры золотой сеточкой на все каналы в порядке. Реверсы Юрий забирает. Подожди, или мы уже забирали энергию? Нет, мы отдали только отдали все. И в порядке рейса Юрий забирает чистую и светлую божественную энергию, обратно пошли энергии божественные и чистые. Один, два, три. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли, до последней капли возвращает Юрий себе обратно. Он хозяин своих энергий возвращает все свое себе обратно. Дима, а что это за веревки белые, которые торчат из его рук? Что это такое? Объясни. Да я постарался. Ну понятно, для, для чего они сделаны? Какая их функция? Какую они реакции вызывают? Он говорит, что он хотел таким путем лярву подцепить. Получилось, что он его снизу, вот этими веревками, а как запутал, запутал. Сверху спрут своими лапами скручивал его. Да. Так что твой задумка твоя не получилась. А что тебе спрут не мог лярву отдать или что? Он с ним не общается. Да, космические с, низ, с нижними не особо так, хотя не совсем. Не на этом уровне. Не на этом уровне, да. Не отдали энергии. Хорошо, демон, я сейчас прошу выйти тебя, сними все, что ты оставил и выведи из его биополя все свои подключки и после этого доложи мне. Но он начинает сматывать эту веревку. Большая. Она толстая, как канат. Вау. А, ну, не такой канат, но не нитка. Она, именно веревка. Ну, понял, понял, да, понял. А что эта веревка делала? Она ограничила его действием, ходить не мог? Или он не мог что он делать? Думать не мог? Объясни. Она его все тела пронизывала. И? Баланс полностью теряла. Разгармонизация полная. Ух ты. Такое еще не видел. Ждем, пока он вытащит все это. Он снял эту веревку. Он закончил? Сейчас еще снимает что-то. Хорошо. А что еще? Посмотри. Там на ногах что-то должно быть еще. Да, с ног снимает он. Угу. Кол не колготки, а такие высокие, как гольфы. Что-то их латексовые, вижу, как латексовые такие гольфы. Да. С -с снял все. Хорошо, Демон, я тебе разрешаю снять лярвы. Снимай все, забирай, ничего не оставляй. По позвоночнику у него низ. Низ, позвоночника. Ну, поясница. Да. Вот оттуда боль. Там в там всегда боль. Как крестовая такая. А да, мы такое уже видели. И на голове. Ну, 12 лет спрута не могут пройти. Незаметно верно. Все снял. Хорошо, все. Лярву он забрал, отлично. Так, я обращаюсь сейчас к синему дракону. Дракон выходишь, вытаскиваешь все свои платы, все, что ты там оставил, все подключки. Глаза, и он говорит, как я видел и слышал, снимает подключки какие-то в голове. Он ему в глаза вставил, да? И уши. И в уши даже. То есть он видел только и слышал то, что ему, этот дракон ему транслировал, да? Ой, дракон, я не знаю, не знаю. Дракон говорит, что они обменивались информацией. Дракон, я... то, что ты считаешь под мы, такого нет. Потому что и Юрий даже не подозревал о твоем присутствии. Ты вошел обманом. Кем ты ему предстал, когда ты входил в его биополя, скажи мне? Светом, святым. Кем? Ангелом. Кем ты был? Девушкой. Девушка, видишь? Ты обманом вошел и говорит, мы договорились. Нет такого мы. Есть, когда человек добровольно с кем-то заключает контракт на таких условиях, как ему и тебе выгодно. Ты заключил сейчас, возможно, какой-то договор с ним, который я сегодня уничтожу по-любому, на счет того, чтобы его просто мучить, понимаешь? Чтобы он отдавал тебе 80% энергии. Я знаю все ваши контак контракты. Я знаю все. Я знаю, как ты ему идеи подкидывал. Как он это все... 8, все в холостую уходило, а ты на этих энергиях питался. И поправь меня, если я не прав. Ты прав, он собрался. Хорошо, поехали дальше. Так спрут, с тобой, конечно, больше всего работает. Давай, пожалуйста, выходи. Вытаскивай все, что ты оставил в его биополе, отсасывай жидкость, ничего не оставляй. Я все равно буду все выводить еще. У него в голове, как каша, э, какая-то, как вата. Да, такое присутствие всегда оставляет кашу в голове. Человек не может концентрироваться, не может какое-то дело довести до конца или что-то, его постоянно. Ну, вот каша, каша так и есть, каша. И у него присоски по всему телу абсолютно. Ну, вот сверху, как он сидел, и вниз у него шли апы его, спина, О. плечи, по рукам тоже. Это же не может быть только из-за любви к алкоголю, понимаешь? Это что-то здесь какие-то, может быть, энергии. Может, это какие-то энергии космические, которые кто-то пришел подпитаться. Я пока еще не знаю, но скоро узнаю. Спрут собрался. Хорошо, спрут все собрал. Я обращаюсь к инзиктоиду. Инзиктоид, выходи, вытаскивай все, что ты оставил. Ничего не оставляя, никаких следов. Готово. Хорошо. Так, все у нас все вытащили. Сукуба нас еще. И сукуп, конечно, проскочил, да. Сукуп, давай, выходи, пожалуйста, вытаскивай все, что ты оставил, ленточки все свои снимай, ничего не оставляй, ничего не забывай. Определенная накидочка у него какая-то. Фильмы показывал он. Ну. А какие-то там фильмы эротически показывал сукуп? Ну, понятно, что не патриотически. Но он говорит, какие еще показывать в вашем мире. Ну да, да. С вашей мировой депрессией. Слышишь, Сукуб, вот скажи, а вы живете в каких-нибудь других мирах? Есть Сукубы на других измерениях где-нибудь, на других планетах? Или это только на Земле? Или ты не в курсе? Другие формы жизни. Другие формы жизни, понятно. А сколько тебе в человеческих годах лет, Сукуб? Можешь пересчитать? Могу. Не может. Хорошо. Но ты таким был создан, или ты был когда-то человеком? Таким был с самого рождения. Значит, первородный ты. Почему я спрашиваю? Потому что бесы бывают, приходят с земли и становятся у вас бесами. Поэтому я и спросил, может быть, и у сукубов такое есть. Они становятся у вас бесами. А они становятся... На у нас... земле. А когда они заканчивают земную жизнь, кем они становятся? Куда они идут? К вам же? Ж? Душами, несущими свое наказание. Понятно. Хорошо, суккуп. Он Все снял. Хорошо, сейчас я даю команду на рассинхронизацию всех энергий и вибраций с энергией Юрия. На счет три начинается рассинхронизация демон с демоном синим драконом, с прутом, с кубом, инзиктоидом. Готово. Хорошо. У нас еще голограмма, но это, я так понимаю, его часть какая-то. Хорошо, сейчас я даю команду именно этой голограммы на возврат всех энергий Юрия. Выстраивается канал к от этой голограммы, если еще не стоит, 1, 2, три. И эта голограмма возвращает сто процентов энергии Юрия, которая у нее находится назад, один, два, три. Пошел поток возврата энергии Юрия назад. Все назад от голограммы возвращается. Там часть его энергии, сердце, горло и третий глаз. Дракон, ты знаешь, ты меня сегодня удивляешь, реально, по своей садизму своему ты и всех превзошел здесь сегодня. Даже, по-моему, этого Спрута за 12 лет никто из них часть души не воровал, а ты своровал. Он расщепил. Ты расщепил. А какое наказание за расщепление души идет? Ты не в курсе? Я чакра расщепил мне душу. Чакры ты расщепил, хорошо. Энергетические центры. Отвоевал. Получается, у него борьба внутри себя шла, что ли? У Юрия? Да. И как ты победил, как ты отвоевал дракон? Рассинхронизация закончилась, Вера? Посмотрим. Рассинхронизация закончилась, и энергия вернулась. От Хорошо, так, я сейчас подхожу к Юрию, кладу руки на плечи, моей собственной энергией даю импульс высокоаборационного шока удара, сжигая все каналы к интерферентам на счет 3, 1, 2, 3. Сжигаются все каналы, открывается портал в галактическое ядро, эти каналы улетают в галактическое ядро на переработку, закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Я даю команду на счет три. Сканер начинает проверку и сканирует все семь тонких тел Юрия. Находит любые оставшиеся чипы, датчики, импланты, конвекторы. Все чужеродное, что мог, еще не обнаруженное или не вытащенное. И микронные наночастички, остаточной энергии уничтожаются прямо на месте. Один, два, три. Сканер сканирует все семь тонких тел Юрия. Проводит проверку. Он чистый, но у него энергии очень мало. Понятно, было 56%. Хорошо. Так, они все прошли проверку, я понял, да, Вера? Да. Хорошо. Так, я обращаюсь ко всем присутствующим. Игорь сегодня, э, прошу прощения, Юрий будет сегодня произносить манифест, зачитывать его. Он закрепит в своем манифесте. Все свои права возьмет ответственность за свою жизнь. С этого момента вам запрещено входить в его биополе, если вы вдруг войдете в его биополе, и он мне об этом сообщит, я вас через 10 минут найду. После этого, возможно, вы уйдете в галактическое ядро. Чтобы этого не случилось, я прошу вас найти новое место обитания и больше никогда не приходить в это биополе. Мы будем его охранять. Все понятно? Да. Хорошо, демон, ты готов уходить? Готов. Хорошо. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте демона 1, 2, 3. Демон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяясь в огненную пентаграмму. Готово. Сукуб, ты готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте Сукуба, и Сукуп уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяясь в огненную пентаграмму. Есть. Инзиктоид готов уходить? Давно готов. Открывается наверху против часовой стрелки портал на чистоте инзиктоид. Один, два, три. Инзиктоид уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяй. Есть. Спрут готов уходить? Да, готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте спрута. Один, два, три. Спрут забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Хорошо. Синий дракон, я хочу получить от тебя слово синего дракона, что ты больше никогда не вернешься в это биополе. Слово синего дракона. Хорошо. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте синего дракона. Один, два, три. И синий дракон забирает все, что он с собой принес и уходит на свою чистоту, забывая дорогу назад. Закрывая, печатая, растворяя. Това. Хорошо. Переходим к частотам. И Готово. Переходим к закачке энергии. цене тонкую копию к источнику высокой вибрационной чистой энергии, которую Юрий получает во время сна. Запроси биополе, сколько энергии нужно Юрию, и какая часто вибрации максимально комфортная для биополя Юрия сейчас. Необходимая до полного восстановления и корректировки. Мы много пятьсот 570. И? 26. Просит Дадим. Хорошо. И на 4 в макушку головы Юрия начинает входить 7. Высоковибрационных потоков по 570% каждый. 1, 2, 3. Все потоки пошли по 570% каждый. Мощность потока усиливается. Все необходимые цвета начинают поступать в него. Чистота вибрации поднимается до числового значения 26 Гц. Пошел подъем знаем пока еще какая душа. У него первородные энергии. первородной энергии у него? А, вот что. Мерцающие, красивые. Да, этим душем Но он не просил нас узнавать об этом ничего. Вопросов не задавал. Но первородная душа. Это души, которые созданы Творцом лично. Хорошо, дальше что, Вера? Заправился наполняется он? пока нет. Хорошо. Он... Он в начале пути, скажем так, поэтому не задавал вопрос. Наверное, его друг говорит. В начале сейчас. пути осознания. Осознанности, да? Осознания. Понятно. Ну, всему свое время. Готово. Отлично. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется. Распределяется, усваивается наилучшим образом. Один. Два, три. Хорошо. Так, и запускаем процесс. А, три. Пошел процесс. Готово. Пусть тонкая копия Юрия вспомнит самый счастливый момент жизни и даст нам числовое значение. 720. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Юрия до числового значения 720 Герц. Пошел подъем. Готово. Хорошо. Мы закончили чистку. Юрий, как вы себя чувствуете? Гармонизируем. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Пошла синхронизация. Ему это очень важно. Синхронизация и гармонизация, да? В общем, вот эти все энергии, семь потоков, они все, они все вместе. Mm. А, а, то есть каждый поток находится в каждой чакре, так сказать. И поэтому, видимо, дракон расщеплял его. Он боролся за каждую чакру его. То есть он получал все энергии сразу. Для всех да. чакр, поэтому ему очень важна вот эта балансировка, гармонизация энергии. Хорошо. Команду он теперь слышал, он может сам это проводить каждый. Готов. Хорошо. Все, мы закончили чистку. Юрий, как вы себя чувствуете? Прекрасно себя чувствует, но он не понял еще, он все рассматривает и э, ощущения вот эти новые э, пытается прочувствовать. Хорошо, он прочувствует их сейчас на физическом плане. Мы будем его возвращать, его биоробот, и синхронизировать с его биороботом. И насчет 3. Возвращаем Юрия в систему биоробот. Душа. Один, два, три. Подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Еще ему меркаба важна очень. Она сейчас активирована у него, да? Да. Хорошо. Готово. Хорошо. И отключайся от объекта и перемещайся в свою комнату диагностики. Я на месте.